Блять! Егор, еще раз на журналистов теперь! Да, друзья! Можешь, да? Коллеги, ну! Коллеги! Коллеги! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Во-первых, я Россия будет свободной! Не воспринимать вот такого рода приговоры, как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Второе, что я хотел сказать. Друзья, нельзя отделять защиту несправедливо осужденных от политики. Все это политика. Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами. И, наконец, в-третьих, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись и за то, что вы здесь. Все, что я сейчас... Тот факт, что я сейчас здесь и все, что это происходит, это все благодаря вам. Это ваша победа! Аня, не хорошая. Нет, вперед, оборота. Коллеги!